Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности, вы выстояли, как наши деды в победном 45-м. Говорю это без лишнего пафоса. Ну, как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкое, аккуратное, но не менее опасное и совершенная работа. За годы независимости мы привыкли, что живем в спокойной, красивой, обустроенной стране и что белорусы могут трудиться под мирным небом. При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских, сентябрьских событий прошлого года. И нам казалось, что ну все, победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного.